Құрметті халайық, құрметті қонақтар, құрметті әріптестер, баршаңызды орталық коммуникациялар қызметіндегі бүгінгі келесі брифингке қош келдіңіздер деймін. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі үстіміздегі жылдың 11-ші ақпанында теңге бағамына қатысты шешім қабылдап, оның бағамын көтергенін жайлы баршаңыз жақсы білесіздер. Осы сауал төңірегінде халық тұтынатын негізгі тауарларға, мұнай өніміне және ауыл шаруашылығы өніміне бағаның негізсіз өсуіне жол бермеу жөнінде үкімет бірқатар маңызды іс-шаралар атқаруда. Осы ел үкіметінің саясатын түсіндіру мақсатында бүгін брифингтер топтамасын одан әрі жалғастырамыз. Кеше мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының премьер-министрі мен ұлттық банк төрағасын қабылдап, оның барысында бірқатар маңызды тапсырмалар берген болатын. Мемлекет басшысы Қазақстан валютасының бағамына өзгеріс енгізу туралы ұлттық банктің шешімі қарапайым азаматтарға жағымсыз әсерін тигізбеуге тиіс екендігін, бағаның жасанды түрде көтермелеуін қадағалап, барлық деңгейдегі әкімдер осыны бақылап, тиісті мемлекеттік органдар ұдайы мониторинг жүргізуге, қажет болған жағдайда қатаң шаралар қабылдауға тиіс деп шегелеп айтқан болатын. Осы мәселелер егжей-тегжей түсіндіру үшін біз бүгін брифингке Қазақстан Республикасының мұнай және газ министрін, ауыл шаруашылық министрлігін, бәсекелестікті қорғау жөніндегі агенттігінің төрағасы мен Қазақстанның табиғи монополияларды реттеу жөніндегі агенттігінің басшысын шақырып отырмыз. Мен сіздерге біздің брифингке қатысып, халықпен тікелей ашық әрі сұхбатқа шығып отырғандарыңызға шынайы алғысымды білдіремін. Уважаемые коллеги, мы продолжаем серию брифингов, посвященных корректировке курса национальной валюты Республики Казахстан. Как вам известно, 11 февраля Национальным банком было принято решение о корректировке курса тенге. Вопросы возможного повышения цен, безусловно, волнуют всех нас, граждан Казахстана. Вчера глава государства заявил, что курс валюты должен работать на благо экономики нашей страны, поручил правительству и Национальному банку Казахстана проводить постоянно мониторинг цен и взять под особый контроль недопущение возможного роста цен для населения страны. Учитывая задачи и цели, обозначенные перед правительством Казахстана, по недопущению необоснованного роста цен на основные товары народного потребления, нефтепродукты, сельхозпродукцию, в свете решения банка, Центрального банка Казахстана по корректировке курса тенге, мы сегодня пригласили на наш брифинг министра нефти и газа Казахстана Узакбаева Сулейменова Карабалина, министра сельского хозяйства Казахстана Асылжана Сарбайлы Мамбекова, председателя агентства по защите конкуренции Казахстана Галыма Збасарлы Уразбакова, а также председателя агентства по регулированию естественных монополий Казахстана Мурата Магавияулы Оспанова. Хотел бы искренне поблагодарить всех членов правительства за участие в нашем брифинге и прямой диалог с народом. Несмотря на ваши плотные рабочие графики, все мы понимаем, что системообразующим звеном формирования и сохранения цен, прежде всего, ключевую роль играет тарифная политика и цены на горюче-смазочные материалы. Поэтому я предлагаю сначала послушать агентство по регулированию естественных монополий, а далее потом передадим слово министру нефти и газа. Мурат Магауява, сізге сөз. Рахмет. Құрметті журналистер, бүгінгі күні доллардың өзгеруіне байланысты реттелетін қызметтерге арналған тарифтер өспейді. Сонымен бірге ағымдағы жылдың 1 мамырына дейін реттелетін көрсетілетін қызметтердің барлық түрлерін тарифтер өзгермейді. Бұдан кейінгі өзгерістер жоспарлы түрде жүзеге асыратын болады. На сегодняшний день рост тарифа на регулируемые услуги в связи с изменением курса тенге к доллару не будет. Более того, до 1 мая текущего года тарифы на все виды регулируемых услуг меняться не будут. Дальнейшие изменения будут осуществляться в плановом порядке. В перспективе также отсутствуют предпосылки для сильного влияния девальвации на регулируемые коммунальные услуги в связи с тем, что при их оказании в основном используются товары местного производства. Необходимо отметить, что тарифы на такие коммунальные услуги, как электро, тепло, вода, газоснабжение регулируются государством. Соответственно, данные тарифы находятся под постоянным контролем, могут изменяться только по результатам рассмотрения заявок, и мы не допустим необоснованного роста тарифа.
Все изменения тарифов на регулируемые коммунальные услуги будут осуществляться с учетом запланированного коридора инфляции, рекомендуемого правительством. Как вы знаете, в начале года нам был установлен, рекомендован план в 1,2% в текущем году. Мы будем продолжать работать в рамках данного одобренного вклада инфляции, несмотря на проведенную корректировку тенге. Жос паралынган факторлар болган жағдайда тарифтерді сақтау үшін біз заңды түрде бірқатар шаралар көздеп отырамыз. Біріншіден, өңірлерде саралау тарифтерін қолданамыз. Екіншіден, басқа жол болмағанда инвестициялық бағдарламалар тағы да қайтап қараймыз. В случае воздействия незапланированных факторов законодательством предусмотрен ряд рычагов для сохранения стабильности уровня тарифа. При необходимости законные рычаги в полном объеме будут использованы. В регионах будет применена дифференциация тарифов по группам потребителей, которая не даст и позволит сдержать тарифы для населения. В крайнем случае будет проведен пересмотр инвестиционных программ на первоочередность мероприятий. Все мероприятия, они все первоочередные, они все прошли экспертизу, и тем не менее мы можем пойти на этот крайние меры и некоторые мероприятия перенести на будущий год. Такие механизмы и рычаги у нас законодательно есть, и они успешно применяются. Как вы уже знаете, в прошлом году в целях недопущения нарушения прав потребителей внесено около 1200 предписаний, общая сумма штрафа по ним составила около 3,3 миллиарда тенге. По результатам перерасчета в связи с изменением температуры наружного воздуха населению было возвращено свыше 500 миллионов тенге. На сегодняшний день полностью исключены посредники на рынке электроэнергии. На энергоснабжающие организации только за прошлый год наложено штрафов 2,2 миллиарда тенге за нарушение законодательства об электроэнергетике. Данная работа будет продолжена. Реттелетін салаларға тоқтайлық. Жаңар-жаңармай бағаларына қатысты айтатын болсақ, ағымдағы жылдың бірінші 90-да бензиннің кәдірге бағалары өзгермейді. Өздеріңізге білгелі АИ-80, АИ-92, 93 маркалары және дизель отының мемлекет реттейді, ал 95-ші, 98-ші, 96-ші бензиндеріне баға реттелмейді. Если перейти детально на текущую ситуацию по регулируемым сферам касательно предельных розничных цен на нефтепродукты, государственное регулирование распространяется на бензины марки АИ-80, АИ-92, 93 и дистополево. Цена на бензин 95, 96 и 98 не регулируется и формируется на конкурентном рынке. Как мы говорили раньше, изменения на регулируемые марки бензина и дистоплива в течение первого квартала меняться не будут. Мемлекет реттейтін мұнай үнемдерін сату кезінде шекті бағаларды асыруға қатан тыйым салынады. Осы факторлар болған жағдайда біз тез арада шара қабылдаймыз. По кодексу об административных правонарушениях предусмотрен штраф на представителей малого бизнеса, это 200-300 МРП. Для юридических лиц, являющихся субъектом крупного бизнеса, налагается штраф 1000 МРП, это 1 852 000 тенге. Если указанные факты повторяются, то будет приниматься меры вплоть до изъятия незаконного дохода в полном объеме и лишения свидетельства об аккредитации. Наши территориальные департаменты ежедневно проводят мониторинг на цен на ГСМ во всех регионах. Вот, как вы знаете, позавчера только в социальных сетях распространилась информация о превышении цены на ЗС в городе Алматы, но после проверки она оказалась ложной. Поэтому, уважаемые журналисты, уважаемые потребители, если вы заметили изменение цены на табло АЗС, превышение установленных цен, незамедлительно просим сообщить наше агентство, наши территориальные департаменты. Все координаты размещены на нашем сайте.
Электроэнергия бағалары жылы басында өзгерді. Біз ол туралы сіздерге хабарладық. Енді осы жылдың аяғында дейін басқа өзгерістер болмайды. По электроснабжению, как вы знаете, с начала года прошли изменения в связи с повышением отпускной электроэнергии на станциях. Других изменений до конца года не произойдет. Если квитанции приходят январьские сегодня, то это не говорит о том, что это из-за корректировки курса рубля. Просто некоторые тенге. Просто что некоторые энергоснабжающие организации январьские квитанции приносят сегодня. По газоснабжению изменение курса доллара США по отношению к тенге окажет влияние на тарифы газоснабжения только в импортозависимых регионах, таких как Костанайская, Южно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Алматинская область и город Алматы. Причина в структуре конечной цены покупка газа, которая составляет от 60 до 70% в структуре конечной цены. Стоимость газа на границе составляет 85 долларов США за 1000 метров кубических. Но необходимо отметить наличие предпосылок, не связанных с изменением курса доллара. В настоящее время проводится работа по утверждению оптовых цен на газ, которые могут повлиять на тарифы для конечных потребителей города Алматы, Алматинской области и Мангистауской области. Поэтому, как я уже говорил, при необходимости будет введена дифференциация тарифов на газ по группам потребителей. При этом мы обратим внимание на то, чтобы нагрузка для населения была минимальной. Жылу және сумен жабдықтау бойынша. Ағымдағы жылы мамыр айына дейін жылу және сумен жабдықтау кәріз қызметтеріне тарифтер көтерілмейді. Ал қаңтар мен ақпанда бекітілген тарифтер солай қалады. Біз олар туралы бұрын өткізген брифингтарымыздағы сіздерге хабарладық. Алдағы уақытта болатын өзгерістер жоспарға сәйкес өтеді. По отоплению водоснабжения изменение тарифа будет осуществляться в плановом порядке, учитывая структуру тарифов водоканалов и предприятий теплоснабжения, влияние изменения и корректировки курса тенге в данных сферах оценивается как незначительно, либо практически отсутствует. Исключение составляет только энергоисточники на импортном газе. Но благодаря, как я говорил, введению дифференциата тарифа по группам потребителей, роста для населения мы не допустим. До мая текущего года повышение тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения базовых субъектов не будет. Авиабилеттер мен теміржол тасымалына арналған бағалар бойынша бүгінгі күні агенттікке өтінімдер түскен жоқ. Уведомление от наших доминантов по изменению цены на авиабилеты и железнодорожные перевозки в агентство не поступало, поэтому мы тоже здесь будем внимательно смотреть. В случае поступления уведомлений будут рассмотрены в установленном законодательном порядке. Мы проверим обоснованность заявленных цен в том случае, если все мероприятия будут обоснованно необходимы, но в конечном итоге это повлечет рост тарифов, то мы пойдем на крайние меры и перенесем реализацию некоторых мероприятий на следующий год. Это касается мероприятий инвестпрограмм. При этом необходимо отметить, что цены на международные авиаперевозки агентством не регулируются. Наша авиакомпания конкурирует с международными компаниями. Для того, чтобы потребители знали, на что направляют средства тарифов и какие факторы из них влияют, параллельно мы обеспечиваем прозрачность работы монополистов. Сегодня еще есть одна новость. Мы организуем во всех регионах отчеты всех руководителей крупных монополий перед потребителями. Они будут проводить отчеты за прошлый год, за работу прошлого года. И, как я уже сказал, отчитываться будут непосредственно первые руководители. Объявления о проведении отчетов будут публиковаться заранее в местных средствах массовой информации за 15 рабочих дней до проведения. График проведения отчетов с указанием места и времени будет размещен на нашем веб-сайте. Большая просьба вам, дорогие журналисты, активно принять участие в этих отчетах.
и мероприятиях и оказать широкую информационную поддержку. Спасибо за внимание. Скида Юлькин Рахмет, как вы отметили в своем выступлении, в формировании тарифной политики также играет большую роль это горюче-смазочные материалы. Я бы хотел также обратить ваше внимание, что на сегодняшнем нашем брифинге участвует заместитель председателя правления акционерного общества национальной компании «Казмунайгаз» по переработке и маркетингу нефти Данияр Тиесов. Позже, я думаю, у вас будут возможность ему тоже задать вопросы. Ендігі сөз кезегін Қазақстан Республикасы мұнай және газ министрі Ұзақбай Сүлейменұлы Қарабалинге беремін. Құрметті брифингке қатысушылар, сәлеметсіздер. Қазір Мұрат Мағайұлы толықтай қазіргі жағдайға байланысты тарифтің жанар жағармайдың бағасы жөнінде толық мағлұмат берген сияқты. Дегенмен мен қазір бір-екі сөз мына жанармайдың өндіру жөнінде баланс жөнінде айтып кеткім келеді. Уважаемые участники брифинга, здравствуйте. Сейчас председатель РМ Мурат Магомедович, он достаточно полно описал ситуацию в части тарифов, стоимости цен, и поэтому, наверное, вы получили в целом представление, как это будет в дальнейшем двигаться. И я хотел чуть-чуть дать немного информации по балансу по переработке нефти и балансу, который был, например, в прошлом году, чем мы закончили и что мы планируем на этот год. В связи вот, за 2013 год объем переработки у нас в республике составил 14,3 миллиона тонн нефти. И, например, баланс бензина в Казахстане имеет следующий характер. Это было произведено 2,7 миллиона тонн у нас в республике. Внутреннее предпотребление составило около 4 миллиона тонн. И импортировано порядка 1,3 миллиона тонн. И на начало года у нас остаток на нефтебазах составлял порядка 370 тысяч тонн. По дизтопливу произведено было 4,2 миллиона тонн. Импортировано 700 тысяч. Потребление 4,8, и дизтопливо на базах более 200 тысяч тонн. Примерно такая же ситуация у нас запланирована на этот год. Автобензина производство будет 2 миллиона 885, потребление будет 4 миллиона 168, то есть потребление превышает сегодняшние объемы производства, так же, как и в прошлом году. Поэтому мы традиционно импортируем около миллиона. Мы планируем в этом году 1 069 000 получить по импорту бензинов. И такая же ситуация, как в предыдущий год, у нас сохраняется и по дизтопливу. При потреблении 4 946 000, производство в республике будет 4 194 000, поэтому мы 600-650 тысяч тонн будем импортировать. В основном импорт у нас осуществляется из России. Это беспошлинный ввоз вот этих объемов товаров, нефтепродуктов. И это договоренности о таком импорте были достигнуты, вы знаете, в конце года при подписании договоров с Российской Федерацией. И кроме того, значит, что касается цен на нефть, как сейчас председатель РМ сказал, что и до этого мы говорили, что в первом квартале мы будем удерживать цены. Каким образом? Это то, что, во-первых, наши заводы, как видите, будут полнокровно работать, и они производят вот такое количество нефтепродуктов, которые будут целиком на рынке. Любой вывоз за пределы Казахстана вот этих продуктов, он сегодня запрещен, и поэтому вся продукция будет использоваться только у нас. Кроме этого, те запасы, которые мы сегодня имеем, она позволяет в течение 30-45 дней, скорее всего 45 дней, это более точная цифра, сохранять, регулировать
цены за счет этих объемов запасов, таким образом, чтобы находиться в пределах тех цен, которые сегодня сложились. И все почему-то вот тогда поняли, что мы будем жить только вот этими запасами. На самом деле, еще раз повторяю, что заводы наши работают, и основная часть нефтепродуктов поставляется на рынок именно этими заводами. А вот эти запасы, они необходимы для корректировки. Вот этот импорт, который я сказал, в целом по году, он уже отмечен у нас в индикативных планах с российской стороной. Это определенное количество, которое мы условились, что российская сторона беспошлинно нам будет давать. Поэтому очень важно, чтобы вот этот продукт в этом объеме, он поступал на наш рынок, во-первых, равномерно в течение года, чтобы мы могли поддерживать эти цены. И второе, мы должны этим объемом покрывать дефицит не в разовом порядке, а постепенно. Потом сегодня у нас границы открыты. Все, кто желает, может завозить. До настоящего времени интерес к ввозу российских нефтепродуктов в Казахстан был достаточно высокий, потому что значит, беспошлинный ввоз к нам и потом продажа по нашим ценам была интересна для предпринимателей, которые поставляют, и тех, кто покупает отсюда российские нефтепродукты. В связи с изменением курса тенге, сейчас мы будем смотреть, какой интерес есть у поставщиков и покупателей. Мы не думаем, что вот эта корректировка, которая произошла по курсу тенге, что она съест всю маржу, которая до сих пор была. И сейчас по рынку мы будем наблюдать, анализировать, и в течение вот этого времени мы сможем выработать, я думаю, эффективные меры для того, чтобы сохранять цены на нефтепродукты. Что касается газа, значит, вот сейчас об этом тоже было сказано, что газ, на самом деле, вы знаете, в больших объемах у нас поступает по обменным операциям с Россией. Например, мы в то же время этим газом обменно обеспечиваем юг Казахстана, Кустанайская область, порядка 4,6 миллиардов кубометров газа в год по цене $85. И также газ от ТШО у нас тоже обозначен в долларах. Он покупается из ТШО для Мангыстауской и Атырауской области в объеме 2,2 миллиарда долларов. И поскольку эти сделки, обозначенные Казтрансгазом и его визави, их визави в долларовом исчислении, конечно, сейчас нужно будет, если так учитывать изменения курса, то нужно было бы увеличивать. Но сейчас мы ведем переговоры, Казтрансгаз ведет переговоры, сейчас уже наши люди выехали в Газпром, ведутся переговоры и с ТШО, с тем, чтобы урегулировать эти вопросы таким образом, чтобы цены на газ мы привели в соответствие с новым курсом тенге. То есть такая работа будет сейчас активно вестись. Я думаю, более позже мы сможем еще раз на встрече сказать о результатах. Любые, значит, изменения цен или же установление цен на те продукты, о которых я сейчас говорю, они идут под четким контролем РМ. Мы сотрудничаем постоянно, и я думаю, что вот та политика, которая высказана была председателем РМ, мы сможем, наверное, выдержать его. И, как говорили сейчас в первом квартале по ГСМ, без изменений, и в будущем, даже если будут какие-то изменения на газ в той или иной мере, то рост для населения, как сказать, будем сохранять. Спасибо. Сергей Рахмет. Асылжан Сарбайұлы, сіз.
Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Өткен девальвациядан кейін әрине ауыл шаруашылық өндірісіне, ауыл шаруашылық бизнесіне бұл өткен іс-шара қалай қандай әсерін тигізеді деген сұрақтар туындайды және ол сұрақтар орынды. Біз бұл іс-шараны сараптап, өткен девальвацияның әсерлерін қарап, жалпы айтқанда ауыл шаруашылық өндірісіне бұл кері әсерін тигізбейді деп айтуға болады. Керісінше көптеген жағдайлар бойынша біздің мысалы экспорттаушы товар өндірушілерге бұл керісінше оң әсерін тигізеді және ішкі нарыққа бағытталған товар өндірушілерге бұл импорт пен бәсекелестігін арттырады деуге болады. Бұл жай сөз емес, өйткені бұл сараптауда біз мынау ішкі нарықтың өз товарларымызбен қажеттілікті өтеп отқан цифрларды қараптап, біз мынау басым товарлардың бен өзіміздің нарығымызды толық немесе 80%-дан артығын өз ішкі өндірісімізден өтеп отырмыз деп айтуға болады. Мысалы, күріш, картоп, қызанақ, қияр, сәбіз, мынау еттің құс етінен басқа барлық түрлері, сүт өнімдері мынау 80%-дан артық кейбір позициялар бойынша 100 және ішкі қажеттілігімізден әлдеқайда артық өндіретіміз біз қазір осы таблица түрінде сіздерге ақпарат дайындап таратып жатырмыз. Оны қарап сіздер өздеріңіз де көздеріңіз жетеді. Мынау енді азық түлік тұтынушыларға бұның қандай әсерін тигізетін дейтін болсақ, мұнда осы әрине қазір осы жағдайды пайдаланып мынау сауда орындарында осы қас қағым сәттің пайдасын артынан түсіп бағаны көтерушілер деген жағдайлар әрине мүмкін байқалатын да шығар, кейбір жерлерде сондай сигналдар түсіп жатыр, бірақ та бұған қарсы бұның әсерін жоққа шығаратын әкімдіктердің маңайындағы қарамағындағы азық түлік қорының сақтандыру сондай фондтар бар. Осы қорда 46 мың тонна азық түлік запастары бар. Бұл кейбір өңірлердің 2-3 айлық қажеттілігін толық өтейді деуге болады. Және де қазір осы шаңы басылғаннан кейін көптеген саудагерлер де өзінің тауарларын сататындар да көріп, оның бағасында осы тұрақтандыру қорларының деңгейіне жеткізеді деп біз сенеміз. Мен алдын ала сіздердің сұрақтарыңызды алдын алу үшін нанның бағасы қандай болады дейтін сұраққа бірден айтқым келеді. Қазіргі уақытта астықтың бағасы 30 мың теңге тоннасына деңгейде сақталынып тұр. Керісінше, мысалы, экспорттағы экспортталатын баға доллар күйінде кейбір осы бағаның төмен түскенінде байқап отырмыз кешеден бері. Бірақ та әрине мынау 9-шы жылдан айырмашылық бұл жерде мынау 30 мың теңгеден асып кетсе әрине нан өндірушілерге бағаны көтеруге мәжбүр келетін жағдай туындайды. Соны ескере отырып үкіметтен азық түлік корпорациясының қорынан тиісті астықты 30 мың теңгеден асырмайтындай қылып беретін механизм дайындалып қойған. Сондықтан осы негізде бірінші сорттағы нанның бағасы еш өзгермейді деп толық айтуға болады. Оған ешқандай негіз болмайды. Рахмет. Нанды қазақ тілінде ғана түсінетін адамдар жемейтін шығар, орысшада айтып өтсеңіз нан жөнінде. По цене на хлеб можно с уверенностью заявить, что у правительства и у государственной компании есть все возможности удержать в рамках текущих цен, то есть подорожание на хлеб первого сорта никаких не будет. Для этого есть уже отработанные механизмы, для этого есть возможности. У продкорпорации есть 1,5 миллиона тонн зерна, и в случае необходимости правительство будет выделять
это зерно для того, чтобы удержать цены на хлеб. Пока сейчас действующие рыночные цены никаких оснований для подъема цен не дают. Үлкен рахмет. Ендігі сөз кезегін я бы хотел передать председателю агентства по защите конкуренции Казахстана Галму Збасарулу Уразбакову. При этом хотел бы обратить внимание коллег, что это ваш первый публичный выход в новом качестве. И также сообщить, что в адрес нашей службы поступают многочисленные вопросы со стороны простых граждан, потребителей, населения с многочисленными вопросами о причинах повышения тех или иных цен в различных торговых центрах. Если бы вы могли, также, пожалуйста, в своем выступлении на это обратить внимание. Пожалуйста, вам слово. Рахмет, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, теңге бағамын шетел валютасына түзетумен байланысты туындап отырған жағдай жекешеленген кейбір нарық субъектілерін тиісті товарларға, оның ішінде отандық өндіріс товарларына бағаны жасанды көтеруге бағытталған әртүрлі алып-сатарлық іс-әрекеттерге баруына әкелді. Біріншіден, жосықсыз кәсіпкерлердің назарын мынаған аударым келеді. Бәсекелестікті қорғау агенттігі мұндай көріністерге қарсы күрес және оларды товарлар нарықтарынан алып тастау үшін тиімді тетіктерге ие. Бұдан басқа осы бұзушылықтар үшін қатаң санкциялар көзделген. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік, көмір, цемент, коммуналдық қызметтер және басқа да товарлар нарығы субъектеріне алыпсатарлық бағаның өсуіне жол бермеуіне туралы сауда кәсіпорындарында сауда орындары үшін жалға беру төлемін өсуіне жол бермеу туралы хаттар және монополияға қарсы заңнаманы бұзғаны үшін жауапкершілік туралы ескерту жіберілді. Такого рода спекуляция, а также необоснованные ограничения производства и реализации товара могут быть рассмотрены на предмет ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением, запрещенные законом о конкуренции. За совершение подобных действий статьей 147 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафов от 5 до 20% с конфискацией всего монопольного дохода. Кроме того, статьей 74 Закона о конкуренции предусматривается, что повторное совершение указанных действий влечет применение санкций в виде принудительного разделения субъекта рынка. Так были отмечены факты повышения цен на продукты питания в Западно-Казахстанской области, на стройматериалы в Костанае, на лекарства в Павлодарской области. Имеются факты ограничения реализации товаров, например, в Южно-Казахстанской области круп, была прекращена отгрузка сахара в Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Северо-Казахстанскую и Костанайскую области. Выявлены факты повышения цен на товары местных товаропроизводителей, где нет долларовой составляющей. Например, стало известно о планируемой поставке казлардинского риса в северный регион по уже повышенной цене. Хочу обратиться к отечественным производителям и крупным поставщикам риса «Акмаржан» о недопущении такой ситуации. Ценообразование на местные товары находится на особом контроле, и я надеюсь, они меня услышат. В настоящее время отмечены факты необоснованного повышения цены на товары длительного пользования. Во многих регионах на переоценку закрывались торговые дома по продаже бытовой техники, и цены поднимались на 20 и более процентов. В связи с чем действия субъектов рынка реализации бытовой техники могут быть рассмотрены на предмет антиконкурентных согласованных действий. Также на переоценку закрывались салоны продажи автомобилей, как известно. По имеющимся фактам началась работа нашего агентства. Будет рассмотрена деятельность оптовых поставщиков. В случае подтверждения необоснованного повышения цен и искусственного дефицита на социально значимые товары и услуги, агентством будут приняты меры антимонопольного реагирования. В целях недопущения спекулятивного роста цен на товарных рынках нами приняты следующие оперативные меры. Совместно с акиматами проводится ежедневный контроль за ценовой ситуацией, прежде всего на продукты первой необходимости, продукты питания, ГСМ, стройматериалы и лекарства. Ведется контроль ценовой ситуации на рынке лекарственных средств, пользующихся наибольшим спросом у населения. Отмечается эффект воздействия от принятых мер принудительного характера и как результат возвращения некоторых цен на место. Например, не было оснований, где не было оснований их повышать.
По сахару в Южно-Казахстанской области оптовые поставщики сахара после повышения цены до 135 тенге вернули цены на прежний уровень до 125 тенге. На местах территориальными подразделениями агентства производятся оперативные совещания с участием бизнес-структур, товаропроизводителями, разъясняются нормы закона о конкуренции, а также последствия от их нарушений. В самом крайнем случае антимонопольное агентство может воспользоваться законодательно предусмотренной возможностью вносить предложение в правительство о необходимости государственного регулирования цен на социально значимые товары и включении их в номенклатуру товаров, цены на которые будут регулироваться государством. Подытоживая, добавлю, что согласно статье 38 закона о конкуренции, одной из задач антимонопольного органа является предупреждение возможных нарушений антимонопольного законодательства. В связи с чем на этапе применения мер предупреждающего воздействия, когда можно избежать антимонопольных расследований, обращаюсь к субъектам рынка и призываю осуществлять свою деятельность строго в соответствии с действующим законодательством. Также хочу обратиться к гражданам и потребителям нашим с просьбой сообщать нам о фактах резких скачков цен. Мы будем принимать соответствующие меры. Спасибо. Я думаю, что о резких возможных скачках уже сами журналисты сейчас на конкретных примерах скажут. Перед тем, как перейти к вопросам и ответам, я бы хотел спросить Казмойгаз, представитель, заместитель председателя правления, вы хотели бы что-то добавить или все хорошо? Пожалуйста. Телеканал Алматы, Арайзбай. Меня интересует вопрос именно цен на газ. Есть слухи, что сейчас или в ближайшее время будут изменяться цены на газ именно в Алматы и Мангыстау. Можете прокомментировать это, пожалуйста? Что касается цен на газ, сегодня вы знаете, что в правительстве рассматривается целый комплекс мер по упорядочению ценообразования на газ. Это в соответствии с законом о газе и газоснабжении. И на сегодняшний день проработан уже вопрос ценообразования у недропользователей при продаже его национальному оператору Казтрансгазу. Также сейчас уже прорабатывается вопрос по ценообразованию уже от национального оператора уже для распределительной компании. И следующий этап уже будет определение цен от распределительной компании непосредственно пользователям. И этот момент будет обсуждаться и устанавливаются эти цены при участии акиматов и АРЭМ совместно с национальным оператором и с участием Министерства нефти и газа. То есть сегодня ситуация такова, что в этом году цены в Алмате действительно вырастают из-за чего? Из-за того, что мы в зимнее время вынуждены из-за технических ограничений поставок газа из Узбекистана, например, то, что вы в последнее время видели в самые холодные времена, мы в соответствии с договором с Туркменистаном берем туркменский газ из азиатского газопровода. Это экспортный газ Туркменистана, он, естественно, более дорогой, и в связи с этим такие поставки, они повышают цены на газ. Но в то же время сейчас рассматривается возможность нивелирования такого роста, если не полностью, то в значительной мере за счет нашего национального оператора Казтрансгаза. За счет той выручки, которую он имеет от небольших объемов экспорта газа, который ему удается делать, но зачастую получается, что они, как говорится, берут на себя немного в убыток своей деятельности, но тем не менее, чтобы защитить потребителей от таких скачков цен. Рахмет, Дельсрах. Телеканал СТВ. Вот в интернете ходит версия, что одна из причин девальвации – это задержка добычи нефти на Кашагане. И вы, как министр нефти, можете найти ли взаимосвязь между этими двумя событиями? Ну, я бы сказал, что если вы сам механизм недропользования знаете, контрактов, то при начале разработки месторождения основная часть доходов, которая получается, он идет на погашение инвестиции инвестора.
И только оставшаяся часть, которая предусмотрена договором, он делится между недропользователем, то есть это консорциумом, и республикой. И в соответствии с договором первый период до погашения инвестиций доли, она бывает больше в сторону инвестора, чтобы дать возможность им быстрее окупить свои инвестиции, а они, вы знаете, большие. Поэтому первый год работы месторождения доходы республики от таких месторождений и любых месторождений бывают небольшие. Поэтому вы спрашиваете мое мнение, повлияло ли это. Я однозначно хочу сказать, что Кашаган никак не мог повлиять с теми доходами, которые мы ожидаем первый год, первые годы. Иначе говоря, можно уточнить, доходы государства в этом году от нефтегазового сектора, они будут в полном объеме обеспечены? Да, доходы, которые есть, они будут обеспечены, их должны быть, да. Спасибо. Другое дело, что именно на Кашагане первый год работы ожидать, что он тут же, скажем, вольет в наш бюджет огромные деньги, это изначально никто никогда не ожидал. И влияет ли он на корректировку это, стоимости тенге, конечно же, не мог. Рахмет. Фариза. Алматы телеарнасы, Фариза Шамши. Мен қойғалы тұрған сұрағым барлық министрге қатысты деп ойлаймын. Жалпы мынау девальвацияның арқасында экспортқа бағытталған компаниялар не ұтты, неден ұтылды. Және алдағы уақытта оларға салық жөнінен жеңілдіктер болады ма? Екінші сұрақ мынау нанның азық-түліктің қымбаттамауы үшін барлығын бақылаймыз, қадағалаймыз деп жатырсыздар. Бірақ дәл сол азық-түлікті нанды бір нүктеден екінші нүктеге тасымалдау үшін бензин керек. А ол бензинді бізде қаншалықты қажетінше өндіріп жатырмыз. Тіпті мынау әуе билеттерінің бағасына келгеннің өзінде керосиннің біз жартысын импорттаймыз, жартысын өзіміз өндіреміз. Сонда бұның барлығын қалай қадағалайсыздар жалпы? Рахмет. Кім бір? Жаңағы сіздің сұрағыңызда экспортқа өзінің өнімін шығаратын компанияларға қандай ұтым болады, я болмаса кемістік бола ма деген сұрақ қой. Енді бүгінгі таңда кешегі мына теңгенің деңгейі өзгергенше жоспар бойынша олар өзінің мына мұнай компаниялардың өздерінің өнімдерін, мұнайын шетелге сату, ол жоспарланған нәрсе, және ол бойынша басқа сатып алушы компаниялармен ертерек қол қойылған шарттар бар. Ол үшін жаңағы доллардың несі өзгермегендіктен оларға ешқандай әсер болмайды. Бүгінгі өздерінің жоспарлаған деңгейдегі түсімін алып отырады. Енді кішкене бір бөлек қиыншылық туатын жері шетелден қазір сол долларға болсын, басқа валютаға болсын жабдықтар, материалдар алынатын мұнай өндірісіне керекті. Біздің өзіміздің елімізде шығармайтындарды. Оған әрине жаңағы өздерінің доллардан түскен ақшасынан бір бөлегі сонда неге жұмсалады. Ал енді мына іштегі өзіміздің өнімдерді алып, соларды, жабдықтарды өздеріне пайдаланған кезде теңгенің курсы өзгергендігі ол оларға мысалы теріс әсер етпейді деп ойлаймын. Ал біздің мына теңгемен шығарып отырған өнімдерді шетелге сатқан кезде ондай компаниялар ұтады деп есептеймін. Мысалы, труба шығаратын болса, материал шығаратын бол, оны шетелге, осы алыстағы шетел емес, осы қасымыздағы көршілерге сатқанның өзінде де үнемі көбейеді деп есептейміз. Асеке, қалай ойлайсыз? Енді мен ойым бойынша макроэкономикалық аксиоманы деп ойлаймын. Кез келген тек Қазақстан емес, басқа елдің ішкі ұлттық валютасының басқа валюталарға қарағанда негізсіз жоғары деңгейде болғаны, ол ішкі тауар өндірушілердің ішкі нарықтағы сату қабілеттілігі, импортқа төтеп беру қабілеттілігі.
төмендейт. Және де сыртқы нарықта да бәсекелестігі төмендейтіні бұл анық. Сондықтан да нау, жалпы тек қана біздің ішкі сіздер сұрауатыстар, но қашаған қалай әсер еттік. Негізгі әсерлері бұл нау, сыртқы әсерлерден болу керек. Сондықтан но басқа елдер құсапты, бізде ұлттық банкымыз, біздің ұлттық валютамыздың деңгейін нақтылап отырады. Сондықтан бұл экспорттаушы, экспорттық нарықтарға бағытталған тауар өндірушілерге тек қана оң әсерін тигізеді деп айтуға болады. Біздің ауыл шаруашылығымыздың негізгі проблемасы бұл ішкі нарығымыздағы елдің тұрғындары аз болғандықтан ішкі нарықтың көлемі өте төмен, ал біздің қабілетіміз, біздің әлеуметіміз әлде қайда одан артық болғаны. Сондықтан бізге экспортқа шығу өте маңызды, тек қана экспортқа шыққан жағдайда, мысалы, астық нарығы секілді. Сонда ғана басқа да салаларымызда сонда ғана дамиды. Мысалы, ет саласы бойынша біз экспортқа шықпай, біздің осы ет өндіруші саламыз ешқашан дами алмайды. Сондықтан бұған оң әсерін тигізді деуге болады. Ал нан бойынша мен енді орысша айтайын. По хлебу задан был вопрос, что как можно стабилизировать стоимость хлеба, если в себестоимости хлеба есть другие составляющие. Это очень правильный вопрос. Есть стоимость энергоносителей, есть другие составляющие, которые в общем складывают общую себестоимость хлеба. По расчетам видно, что стоимость муки, ну, соответственно, и зерна, это примерно около 50% себестоимости хлеба. Поэтому вот этим рычагом, конечно, сложно стабилизировать, но учитывая то, что, вот как сейчас заявил председатель агентства, что тарифы повышаться не будут, в основном там железнодорожные тарифы, то есть в машины зерно никто не возит, значит, заработная плата, она у нас выплачивалась в тенге, то есть другие составляющие, нет оснований для удорожания, но стоимость зерна, даже если общая ситуация, в том числе на мировых рынках, сложится таким образом, что будет повышение, то у правительства, как я уже говорил, есть все возможности, все рычаги для того, чтобы удержать эту составляющую в пределах существующего уровня. В структуре, значит, цены на хлеб или там билеты на авиаперевозки, мы говорим о том, что будет применена дифференциация. Эти у нас законы, механизмы есть. Для групп, такие как население, цена не изменится, если даже изменится, то незначительно. Второе, если все-таки большую долю будет занимать авиакеросин или там дистопливо в железнодорожных перевозках, мы пойдем, как я говорил ранее, на крайние меры, мы будем пересматривать инвестпрограммы. Как я говорил, мероприятия в инвестпрограммах все прошли экспертизу, и все они необходимы. Мы некоторые из этих мероприятий, которые будут, скажем так, менее нужные там, или необходимые, мы можем перенести их на следующий год, таким образом снизить работы и перенести эти суммы на возмещение там горючих материалов. Сонда механизмдар бизде бар. Мен үкімет отырысының шұғыл отырысы болды 11 күнде. Сол кездегі Асылжан Сарбайұлы сіз былай деп айтқан болатынсыз. Как дешевый хлеб покупают как богатые, так и бедные. Осы сөзіңізді түсіндіріп отырыңызшы, маған онша түсініксіз болды осы сөзіңіз. Қалай жауап берейін? Орысша? Қай тілде айтасыз? При удержании стоимости хлеба на таком нерыночным способом и ниже, чем его реальная себестоимость, оно имеет как положительные последствия, но так и есть у него свои минусы. Минусы – это то, что, значит, этот хлеб при удешевлении такой ценой, то есть это государственная компания недополучает доход, и этот доход мог пойти в виде дальнейшего рефинансирования в аграрный сектор. При такой ценой удерживаемый хлеб покупает в розничной торговле не только социально уязвимые
населения, но и, конечно, люди, которые имеют больший достаток, которые могли бы покупать хлеб по рыночной его цене. Поэтому это, конечно, не очень-то социально справедливо, потому что этот доход мог поступить в виде дивидендов в бюджет и мог бы выплатиться в виде адресной социальной помощи. Но, а то, что как бы еще один минус, конечно, такое удержание, это имеет большой субъективный фактор, и, соответственно, могут быть определенные как бы нарушения, когда есть более дешевый товар, чем на рынке, конечно, есть определенные соблазны, чтобы он как бы из этого общего целевого канала он бы уходил на сторону. Соответственно, конечно, каждый товар, как мы всегда и говорим, он должен стоить столько, сколько он должен стоить. Но в этой ситуации, конечно, было бы неправильно правительству отпускать цены, если будут на это основания. Сейчас оснований для удорожания хлеба никаких нет. Я еще раз говорю, но если будут такие какие-то факторы, которые могут привести, у правительства есть все рычаги для удержания. Рахмет, площадь, пожалуйста. Первый канал Евразия. Первый канал Евразия. Да. Иван Тулинов, здравствуйте. Мой вопрос к господину министру нефти и газа. Он касается того, что вот министерство дает срок 45 дней, да, на то, что у нас в стране хватит запасов топлива вот именно этот период. По истечению этого срока, как будут меняться цены, ну, в частности, на бензин АЕ-92, насколько возможно увеличение, ну, то есть дальнейший сценарий. И второй вопрос, он не такой острый, но также является актуальным для многих регионов. Он связан с газификацией регионов. В одном из посланий президент страны давал поручение газифицировать все регионы страны к 2016 году. Как на данный момент продвигается работа в этом направлении? Сколько затрачено денег на это? Сколько еще необходимо? Ну, желательно подробную информацию. Пожалуйста. Так, первый вопрос по поводу 45 дней. Это стало как бы интересным брендом таким. Я еще раз повторяю, что мы живем не за счет тех запасов, которые у нас есть, а мы живем за счет основного производства наших нефтеперерабатывающих заводов. Я уже сказал примерно, какие объемы мы ожидаем, которые производим ежегодно и в этом году тоже ожидаем. То есть рынок в основном обеспечивается нашими заводами. И здесь как бы цена, она регулируемая, зависит от того, как работают они. Второе, те запасы, которые сегодня мы имеем, они позволяют нам удерживать цену в том виде, который сегодня сложился. И об этом представитель АРЭМ тоже сказал, что первый квартал, как мы в прошлом году говорили, цены на ГСМ не будут меняться. За это время, если из России будут также поставляться, как сегодня идут нефтепродукты, и дефицит, который у нас есть ежегодно пока, он будет закрываться этими поставками, в таком случае может оказаться, что нам ничего предпринимать не надо будет. И цены будут оставаться такими. Если же оттуда, из России, интерес вдруг пропадет из-за того, что сейчас курс тенге изменился, и им будет невыгодно, в той мере невыгодно, как было, в таком случае мы имеем возможность за эти 30-45 дней выработать новые решения, которые будут направлены на максимальное сохранение этих цен. А можно со стопроцентной уверенностью сказать, что по истечению 45 дней цена останется прежней? Я бы так не рисковал сейчас. Потому что мы и в прошлом году, когда было все спокойно, мы тоже этого не говорили. Давайте мы сейчас присмотримся, как пойдет рынок. Это все-таки завоз нефтепродуктов из России – это не принудительный завоз. Никто не имеет обязательств привезти сюда. И это рынок должен их заинтересовать, чтобы они привезли сюда или же наши купили в России и завезли сюда для того, чтобы в рознице торговать. То есть сейчас мы отработаем с большим анализом рыночного поведения. Второе, что касается газификации регионов. Сегодня такая работа интенсивно идет, буквально у нас в министерстве. Я вчера заслушивал ход разработки генеральной схемы газификации
Республики Казахстан. При этом сейчас учитываются новые возможности по газификации. Мы получили предложение от всех регионов, где есть акиматы, предложили свои варианты использования газа и объемов. И сегодня мы также балансируем между тем, что есть желание у регионов, как использовать, в каком количестве газа, все такое, и тем объемом газа, который будет производиться сегодня производится и будет производиться в будущем. И вот на этом балансе мы сейчас должны выставить как бы такую программу и схему газификации. При этом, конечно, надо понимать, что, во-первых, газ – это все-таки не бросовый товар, это товар, который имеет свою цену. Для того, чтобы, например, если бы мы бурили газовую скважину на глубину 5000 метров, то одна скважина стоит свыше 15 миллионов долларов. И только потом надо еще его купить, надо подготовку газа. Вы знаете, что основные газовые ресурсы Казахстана – это не просто газ, а газ с кислыми газами, сероводородом, углекислым газом. А очистка их – это стоит очень больших затрат, это большие сооружения, сложнейшие процессы, которые потребуют также инвестиций. Поэтому, во-первых, это стоимость газа, надо понимать, как товар. Второе, это инвестиции на строительство газопроводов, магистральных для дальней доставки. А сейчас магистральные газопроводы, вот я думаю, Сергей Султангалиевич подтвердит, 1 километр уже около 2 миллиона долларов. То есть на 500 километров от одного областного центра до другого дотянуть, это уже получается 500 миллиардов долларов. И плюс еще газификация, разводка внутри любого населенного пункта. То есть при разработке схемы газификации надо учитывать все затраты, которые необходимы. Что касается действий правительства, всего лишь несколько лет назад мы в год получали из бюджета деньги на газификацию регионов менее 1 миллиард тенге. Мы трансфер осуществляли через себя. А вот последние 2-3 года у нас ежегодно порядка 15-16 миллиардов тенге бюджет выделяет для газификации регионов. Кроме того, сами регионы тоже выделяют деньги на газификацию, и таким образом вот эта работа уже идет, вы видите, уже в других масштабах. Поэтому я думаю, что вот в этом году уже у нас есть поручение, мы в срок внесем правительство вот эту генеральную схему газификации. И тогда уже будет более четкие представления. Спасибо. Мы продаем нефть по стоимости Brent 108 долларов, правильно? Сегодня 108,7. 108,7. Да. Значит, в тенговом эквиваленте доходы от экспорта нефти, доходы государства увеличатся. Это так. Это так. То есть доходная часть бюджета может увеличиться по итогам года. Можно так сказать? Общий бюджет какой будет, я не могу отвечать. Это Министерство финансов и экономики, наверное. Понятно. Олег, пожалуйста. У меня вопрос также министру нефти и газа. Почему не увеличиваются пошлины на нефть или не доводятся хотя бы до российских? Ну, вот это немножко есть заблуждение в этом смысле, что вот я сейчас вам приведу некоторые данные. В России взимается экспортная пошлина, и она составляет 386 долларов на тонну, ну, на какой-то недавний период. У нас экспортная пошлина составляет 60 долларов на тонну. Казалось бы, огромная разница, почему мы не взимаем то же самое. Но у нас другая система налогообложения на экспорт. Мы, кроме этих экспортной пошлины, мы накладываем дополнительные другие налоги, которые в России нет. Это рентный налог 167 долларов, налог на НДПИ, на, как говорится, добычу природных ископаемых, это получается еще 95 долларов. Поэтому у нас
получается всего по экспорту $322. То есть я прошу всегда иметь в виду, что каждая страна имеет свою систему налогообложения на экспорт, и мы здесь практически очень близки друг к другу. Пожалуйста, следующий вопрос. Газета «Вечерняя Астана». Хотелось бы узнать, не приведет ли корректировка национальной валюты к удорожанию лекарственных средств, в частности, импортируемых? Давайте мы этот вопрос отложим на 16:30. У нас будут представители Министерства здравоохранения. Следующий вопрос, пожалуйста. Курбаш. Ружан, пожалуйста. Агент Сарайтер, у меня вопрос Узакбаю Сулейменовичу. Можно ли, по поводу Кашагана, можно ли сейчас уже говорить о каких-то причинах утечек? И по вашему мнению, когда начнется добыча? Потому что есть уже прогноз управления по энергетической информации, они говорят, что, что вторая половина этого полугодия. Спасибо. Вы меня после каждого заседания правительства этот вопрос задаете. Вчера я вам отвечал, ну, сейчас еще раз отвечу. Значит, мы только вчера встречались со всеми партнерами Кашаганского проекта, руководителями. И еще раз, мы практически еженедельно собираем, заседаем и контролируем ход. Сегодня буквально вот днями завершилось исследование этот Intelligence Peak, умный скребок, будем так говорить. Им закончилось исследование второй раз, исследование нефтепровода. До этого газопровод был. По газопроводу все данные получены, и сейчас они находятся в обработке. По нефтепроводу первый раз, а эта процедура занимает длительное время, дней 20, прохождение вот этого Intelligent Peak, а это поезд, который около 4 километров, который нужно пропустить через трубу. И первый раз там были местами, не дополучили качественных показателей, поэтому пришлось еще раз сделать, это вызвало задержку. Теперь ожидается, что они вот в феврале должны обработку закончить, и нам контракторы обещали в марте представить уже четкий план ремонтных работ, которые необходимы, объем этих работ и сроки. То есть только после вот этой операции будет. Мы ожидаем в марте, что они представят нам программу, и тогда я смогу уже более точно ответить вам, когда ожидается вновь запуск месторождения. Видимо, надо было вас отдельно пригласить на брифинг, потому что у Кульпаш тоже будет вопрос к вам. Пожалуйста. Да, вы догадались. У меня один вопрос к Узакбаю Сулейменовичу, второй к Данияру Тиесову. Узакбай Сулейменович, когда мы готовили материал по ценам на бензин, то разговаривали с владельцами автозаправок, и они говорили, что оптовые цены все-таки поднялись, а розничные пока удерживаются административным методом. Ну и когда-то все-таки произойдет вот скачок, и вот в этом плане, почему оптовые цены тогда не регулируются, если регулируются розничные цены, и вот как этот вопрос будет регулироваться. Второй вопрос касается поставок по толлингу в Китай, потому что весь смысл толлинга заключался в том, чтобы приходили оттуда нефтепродукты из Китая, которые должны были снять дефицит на рынке нефтепродуктов. Рахмет, пожалуйста. То есть хотелось бы вот узнать по поставкам. И Данияру Тиесову по поводу была программа, насколько вот Голым постоянно нам давал пресс-релизы о том, что Казмунайгаз будет расширять сеть автозаправок и свое присутствие на розничном рынке нефтепродуктов, чтобы тоже можно было удерживать эти цены. Вот на каком этапе сейчас, сколько процентов сейчас занимает Казмунайгаз на рынке розницы? Раньше было 20, по-моему. Я предлагаю очень вкратце. Я думаю, эти все вопросы, наверное, вот жаждет сейчас ответить Данияр. Я думаю, что его представим. Добрый день. Пожалуйста, Казмунайгаз. Что касается, почему не регулируются оптовые цены, ну, мы как участники рынка можем на этот вопрос ответить, потому что большой процент нефтепродуктов завозится из других государств.
А рыночную цену контрагентов не Казахстана, мне кажется, достаточно тяжело отрегулировать. Поэтому если будет регулировка оптовых цен, то в какой-то момент мы столкнемся с той ситуацией, от которой мы уходили несколько лет назад, когда были системные дефициты нефтепродуктов, и в ручном режиме министерству приходилось регулировать, куда сколько тонн отгрузить, в какой регион. Вот. Что касается нашей сети, то на сегодняшний момент у нас 341 действующая заправочная станция, это автозаправочные и АГЗС. Вот. И принцип вообще присутствия Казмунайгаза на розничном рынке, наверное, он вкратце можно его изложить таким образом, что когда заработает полностью, наверное, ВТО и таможенный союз, то вполне возможно, что административные меры регулирования могут отойти, на, ну, скажем так, на второй план, да? И нам кажется, что естественного регулятора, чем присутствие национальной сети, да, национальной государственной сети в каждом регионе, вот лучшего регулятора цены на рынках, наверное, не будет. Поэтому мы свою задачу видим не в том, чтобы доминировать на везде, в каждом районе, в каждом регионе, в каждом городе, а мы видим себя в том, что нужно занять какой-то определенный процент в каждом регионе для того, чтобы быть естественным таким регулятором цены. Рахмет. А по толлингу? По толлингу это опыт, ну, экспириенс. Как любой экспириенс, он где-то идет успешно, где-то есть какие-то вопросы. То есть на сегодняшний момент эти операции проводятся. И высокооктановый бензин в Казахстан поступает. Вот. Увеличение объемов по толлинговой операции связаны уже не с вопросами нефти, а вопросами логистики. То есть есть определенные ограничения по пропускной способности железнодорожных переходов Казахстан-Китай. Мы сейчас этим вопросом изучаем, занимаемся. Вполне возможно, будет какое-то решение этого вопроса. Рахмет. Вот сбрынша наша, пожалуйста. Бринша срахом, Мурат Магауялу сиди. Сейчас, секундочку. Я бы хотел дополнить по оптовой цене на нефтепродукты, поскольку это компетенция антимонопольного агентства. Сегодня по итогам анализа рынка оптовых поставщиков нефтепродуктов в реестр доминантов в Казахстане включены 6 крупных поставщиков. Это Павлодарский нефтехимический завод, Казмунайгаз переработка, Узеньмунайгаз, Петросан, CNPC Мунай и Петрочайна. То есть они все в реестре, за ними мы наблюдаем. В случае, если они будут злоупотреблять своим доминирующим положением, мы можем применить к ним соответствующие антимонопольные меры. Рахмет. Озбыш канал, пожалуйста. Мурат Магауялы, бірінші сұрағым сізге. Жаңа оңтүстік Қазақстан, батыс Қазақстан, Қостанай, Алматы облыстарында газдың бағасы көтерілетін себептерін түсіндіріп айтыңыздар. Енді нақты айтып өтсеңіздер, шамамен қаншаға көтерілуі мүмкін? Екінші сұрағым Асылжан Сарбайұлы сізге. Үкіметтің шұғыл отырысында тұрақтылық қорына баға арзан тұрғанда азық-түлік сатып алмағандар бар екенін айттыңыз. Қай өңірлерде ең аз екенін айтып өтсеңіз? Ғалым Ізбасарұлы, сізге бір сұрағым. Батыс өңірлерде газ қымбаттайын деп жатыр. Электр энергиясында олар өзгелерден 3 есе көп 12 теңгеге сатып алып отыр, оны сіз жақсы білесіз. Ал Екібастұздың энергетиктері Ресейге 4 теңгеден сатып жатыр. Осы қашан тоқтатылады? Нақты мерзімін айтсаңыз. Ну, благодаря 31 каналу коллеги лишились возможности задать вопрос. Пожалуйста. Ал сұрақтарыңызға рахмет. Мынау біріншіден Қостанай, Маңғыстау, тағы қандай облыс дедіңіз? Алматы. Ол мен жоғарыда айтып кеттім. Осындай көп халыққа өзгеріс болмайды. Себебі біз анау саралау тарифтерін қабылданамыз. Екіншіден мен айтқан біз инвест программалары тағы да бір рет қараймыз. Мүмкін бір керек емес шараларды одан алып тастаймыз. Что касается для изменения цены газа по вот этим областям Мангистау, Костанай и города Алматы, то незначительное будет изменение. Сегодня, конкретно сегодня сказать нельзя, потому что заявки еще не поступили, уведомлений еще нету. Сколько они запросят, мы еще не знаем. В любом случае резкого повышения и скачка не будет. Может быть, даже эти цены, которые сегодня есть, ну, я про Алмату не могу сказать, Мангистау, Костанай, для населения останутся те, которые у нас сегодня есть. Рахмет, Асыке. Мен де бұл сұраққа сізге жауап бергем.
Тағыда қайталап өтейін, ең аз азық-түлік қоры бұл Қостанай, Ақмола облысы мен Алматы облысында және Батыс Қазақстан облысында. Ең үлкен азық-түлік қорлары бұл Қостанай, Шығыс Қазақстан және Алматы мен Астана қаласында. Үшінші сұрақ. Ага. Павлодар өнінде электрқуат шығаратын кәсіпкерлер экспортқа электроэнергияны шығарып отыр. Ол рас, бірақ бүгінгі заңнама бойынша экспортқа шығару ешқандай кедергі жоқ. Бірақ олар кішкентай бағамен, төмен бағамен оны экспортқа шығарып отыр. Сонымен соған байланысты монополия қарсы агенттігі қазір тергеу өткізіп отыр. Соңғы екі сұрақ осымен бітірейік. Асим Гулькасенова, Тенгри Ньюс. Первый вопрос КЗК. Вот вы говорили, что незаконно магазины, да, закрывались на переучет, пересмотр цен. В связи с этим скажите, вот какие предусмотрены конкретно к ним штрафы или санкции? И можно ли ожидать того, что цены придут в свое привычное положение? То есть сейчас уже мы видим, что цены реально пересмотрены там. И второй вопрос к Минсельхозу по продукции. Вот яйца, молоко, мясо, все жалуются, что все-таки подорожали, пусть на, там на пару тенге, но подорожали. В связи с чем они подорожали? Рахмет, пожалуйста, вкратце. Если можно. Да. Если говорить по магазинам, которые продают электробытовую технику, сейчас к ним будут начинаться расследования. Если мы поймем, почему они повышают цену. В принципе, товар уже приобретен, если за него было оплачено, то никаких предпосылок для повышения нет. Но некоторые руководители магазинов говорят, что они товар получают на консигнацию и должны возвращать по курсу доллара. В таком случае, как бы, предпосылка для роста, безусловно, имеется. Если все-таки выяснится, что незаконно завышали, то есть какие именно... Материалы по закону антимонопольного законодательства, мы передаем материалы в суд, применяются штрафные санкции и изымается монопольно полученный доход. Хорошо. То, что вы говорите, повышается, оно неадекватно как бы изменению курса, поэтому в основном это связано с ажиотажем и вот недобросовестностью продавцов, которые пользуются этой ситуацией и пытаются завинтить эти цены. Прежде всего, это фактор неразвитости торговли, отсутствие конкуренции, недостаточный доступ товаропроизводителя к потребителю. И, конечно же, есть сезонные факторы определенные. Я сегодня только встречался с председателем ассоциации птицеводов, который жаловался наоборот, что есть сложности в сбыте своих произведенных продуктов. И последний вопрос, пожалуйста. Анастасия Прилепская, сайт премьер-министра. Сержан Сарабаевич, у меня к вам вопрос. И у меня вопрос, сразу скажу, не по корректировке курса валют и не по нефтянке. Сегодня на коллегии Минсельхоза прозвучало из уст господина Евниева, что планируется изменение структуры Министерства сельского хозяйства. Вы не могли бы конкретно объяснить, какие изменения? Появятся новые какие-то комитеты или что-то будет упразднено, расформировано? Ну, структура любого ведомства, ну, не только государственного, но и бизнес, любая структура, она подстраивается на действующие задачи, действующие наиболее актуальные проблемы. Поэтому мы планируем как бы немного перегруппировку внутри своего министерства, никаких новых комитетов не появится, потому что это не наша компетенция, но внутри министерства объединение департаментов или изменение определенных функций, скорее всего, произойдет, да. Ну, таких глобальных изменений не будет. Так, ладно, последний вопрос. Последний вопрос вот у меня господину Аспанову. Вот будет ли аренда давать разрешение КТЖ на скидки по, ну, допустим, для перевозки нефтепродуктов или сжиженного газа? Потому что там компании обращаются на либо понижающие коэффициенты, либо скидки. И плюс еще один... Ладно. Последний. Спасибо за вопрос. Понятно все. На самом деле такой механизм применяется. Мы, конечно, смотрим, какой это маршрут, как, насколько он загружен. Если там экономика позволяет сделать снижение, то есть применить понижающий коэффициент, конечно, он будет применен. Это зависит от нескольких причин. Я еще раз сказал, загруженность, смотря какой товар ходит по вот этому маршруту. И при условии, если будет подана такая заявка от грузоотправителей. А то есть это какому-то одному грузоотправителю, либо это всем по какому-то направлению дается? Нет, скидка? Это будет конкретно заявка поступит от грузоотправителя, тому и будет рассматриваться. А, спасибо. На этом я всех благодарю членов правительства Казахстана за искренние ответы.
И коллег приглашаю на следующий брифинг в 16:30 руководство Министерства здравоохранения и СК «Фармация».